Эда, Седер, ты здесь? Если здесь, все, не обсуждайте этот вопрос с вашим ЕПГП. Что побить? Пал, беги, пал, беги, пал, беги. Ты вот там и стой. Треть, стоим. Пока бьем. Великий, не бейте, босса, особенно кот. Ты же ради тактику шаришь, кот. Зачем ты его бьешь? Ивар зачем бьет? И паладин зачем бьет? Вы шипы вообще бить будете, блять? Отходите от лужи. Отходите. Илика, споешь гимн на хп сейчас. Саман, отходи от лужи. Сакру пал, дай. Сакру пал, дай. Бейте шипы. С хила надо шип снять. А меня, надеюсь, слышно вообще? Такое ощущение, будто я сахар. Это замечательно. Давайте под босса. Вот минет. А, бля, Войд, будешь отдавать лут? Потому что у меня нету РЛа. У меня РЛ. У меня РЛ нету, я не могу продавать. А Хилика может начислять? Нет, не включен. Слышал? Васапа, ты можешь? Не, я хил. Да, точно. Блин, дайте мне тогда РЛ, что ли, блин. Васап, примем его, значит, дай мне, пожалуйста. Да, сейчас там. Вернее, гиделка. Ай. Да так. А. Отменяйте пока что. Я сейчас лут возьму на себя. Ну да. Отменяйте, я потом ему дам. Ваня, у меня тоже как-то было 10к на этом на ребре. Не было, я тебе говорю, точно было. Хим, хули престом. Да. Там что было? Три хила и один еще сдох. Не знаю. Ну было 10 у меня. Что главное, чешку под вихрь отдать и все. Но... Молитву обновлять и круг спамит. Так, давайте амулет на зафу надо кому? На офспик. Сейчас паролю на успех, момент демора. Давай. Вот. Я тебе потом отдам. Знаешь, как переводится момент демора? Нет. Помни о смерти. Что, смогу вредить? Не дай бог, что помощью был. Бейте пока дрожак. А как правильно? Секундочку, или подожди. Я же говорю, помни о смерти переводится. Нет, а как правильно говорить по-испански или что такое-то? Это латынь. А, это латынь даже? Нихуя себе. Жёстко. Ой. Ой, слышишь что? Ты, короче, это у себя в ресторане посетителям постоянно говори моментом. Чё, надо чему заходить? А, за 10% кто-нибудь возьмёт? Расскажу, короче, о несправедливости жизни. Я, короче, сейчас спасать хотел сходить в туалет. И слышу из туалета. Надо кому на успех. Бегом прибежал. Поэтому я пойду быстро. Дело свое доделаю. Волшебное. Нет. А, давайте добивайте его уже. Я вот не помню, там этот, если мементо через Е, то тогда помни о смерти, вроде так. А произносится я не помню как. Ну то, что помни о смерти есть, да, точно. Мементо море, наверное.
А моменту, не знаю, может момент. Пёс его знает. А может так же и читается. Ой. Че, здесь? Угу. А, чудесница. Покупайся, что там тебе не хватит. МП, ну давай исполняй. Кидай СС. Фильм. Вот и не то же. Че, пуляйте босса, босса. А, стоп, стоп, блять, а у нас ДК спекнут в ВДК. Я, кстати, забыл третьего танка. Да, спекнулся. А, слева. Фу, блять, повезло, молодец, ДК, бейте трешак. И панцири, пожалуйста, свои сливайте, капли тоже свои сливайте. И саластер, пожалуйста, свои сливайте. Братан, эйс фриз, а притяни притяжечкой того моба с лестницы. И о темной магии, кто не снял, тоже снимайте. И трешак добивайте, контроль 5 секунд. Александр, не упади. Ты не в силах противиться моей воле. Давайте контролируйте. Контролируйте. Каплю диспольте, кто-то каплю. Не скинул. И добейте второго моба, милики. Сейчас еще трэш выйдет. Понял, да, с лестницы притяжкой притянешь? Давайте бейте трешак. Давайте заливайте его. Ну заливайте мобов, блядь. Я сейчас сам себя не убил. Мобов заливайте, куда вы побежали, Вар, куда ты побежал? Контрольте своих, сейчас совет дам. Лягушку. Принч. Чё так посаживается? В лужах стоят? Не, блин, нет. Маг, маг дамажит, не знаю. Раньше тоже такого не было. Бейте сейчас, трешак заливайте. Трешак заливайте и стопните, пожалуйста, босса. Особенно Хант, Милли, Кварк, который стоит почему-то под боссом. Давай, беги, беги, молодец. Все, все вышли с тобой, молодцы. Давайте заливайте. Контроль 2 секунды. Право, Милли, и дисплейте проклятие. Все, переводите босс. БДК лови. Ой, ты. На него на пол дадите. Давайте на него на пол, как на него. Как на пол закончится, будете следующего БДК. Кидать на пол. Бейте трешак. Трешак заливайте, пожалуйста. И духов не ловите. Духи появились. Смотрим, когда духи летят. Внимательно катите. Захиливайте. Контроль своим кидаем. Духов, пожалуйста, не ловите, духи появились. Или зоне. А, отлично. О-хо-хо-хо. Ивент, поднимай, пожалуйста, паладина киселенку. Трешак заливайте справа. Духов не ловите. Мелизоне дух. Контроль через 7 секунд. Готовьтесь. 5 на секунд. На войда можете уже. Духов сейчас не ловите, духов сейчас не ловите, мелизоне дух. Контроль кидайте. Контроль. Маг глыбе, отлично. Духов не ловите. Мелизона дух бежит. Ну да, беги, да-да-да. Молодец. Так его и пять. Трешак бейте. Духи, внимание. Мелизона дух. Контроль через 5 секунд сейчас будет. 2 секунды. Ты не в силах противиться моей воле. Даму корни. Миньки не порезали. Ой. Блять. Меня. А эфир можете здесь полить? Кто-нибудь? Сейчас Гера подышится.
хотя я уже кидать ее бесполезно. Заливайте этот першак. Хотя бейте, босс. Терьям осталось. Давайте бейте, босс. Ковка может спеть гимн на ману. Мы не упали. Тоже хилы по ману сели. Не забудьте паш. На все воля господина. Что тут упало? А, кто там на осколки врывается, напомни. Топор, точно, сейчас я дам. На. Наруч, надо кому захул? А за 10%. Кольцо надо кому за фул? А за 10%. А какое, пацаны, а какое вот второе кольцо идет на медведе, если за репу массову взято? Арестал Спайгер. Ну, он вообще в мусорику не одевается. Кто может попылить в мотке? Еще раз. Какие кольца, скажите? Ну, Арестал Спайгер и Валя. Благодарю духов. А с Арестал Спайгер там кольцо на танке падает? Нет, агильное. А, агильное одевается. Понял. А, ну, дай кьюдесницы... Васап, дай кьюдесницы наручи. Она за 10 возьмет. Можешь рассказывать высоко там. Варенька. Они не у меня. Не, я имею в виду, ты там что-то рассказывал. Кому-то. Не, ну я говорил, что на медведя еще можно с гнилого брать кольцо с мастерством. Ой, бля, у меня сейчас пузырь лопнет. Давайте дойдем сейчас до кораблей, и я отойду на секунду. Пушки садись, кто хочет. Еще одну пушку займите. Даже три пушки займите. Тратчик на готовность. Что, я запускаю? Сейчас я на минуту отойду. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня... Мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Горкрон, взлетаем! Вы видите? Что это там вдалеке? Корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Солфангом! Двигай свою калошу! Не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Ты скоро пойдешь! Кто кулаки дает? Я даю. Палуба. На ДК. После заморозки войн, да, и сильный какой-то спушу.
Я здесь. Так, Войт, на тебе пока добычу, и мне надо ТП-шницу дал. У меня ПВЕ шмота нет с собой. Мне нужно пару шмоток, ПВЕ нет. Там еще много хп? Нет, нет. Сейчас добьем. Ну хорошо, засамонить. Это рыбный пир есть у кого? Плюсаните, да нет? Я еще на аукцион загоняю. А, есть. У тебя много его? То да ладно, не буду его покупать. Вань, кто в ДД? Как хочешь, можешь спикаться. Окей. А ты в Энхе? Да. О, с тобой письками помиримся. Сейчас я кое-что возьму тут. Я правда очень давно не набожил. Ну тогда не будем. Я постараюсь. Да. Я тоже. Нихуя не охуели, сколько он стоит. Ну ладно, хуй с ним, я возьму. Че, лут не будем открывать или что? Открывай, это вот, на тебе лут, кстати. Слишком далеко. Что, осколки? Топор. Я тотем могильный поставлю, прокачанный. Поставь. Чтобы город не искал. Это вы меня за сумон пошел, отлично. Сейчас. За фул сначала. Жестко. Так. Сейчас я покушаю. Есть ли кого-то мамонт? У меня нет. Можно запускать, кстати, босс. Запустили. А, да? Ой, вижу. Каску бафа и цедли. У кого-то прокачанный тотем АМ. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь. А, есть у кого мелифласка? Продаст. Не, у меня нету. Я подал. Не, мне дали уже, спасибо. Я правда не успел заметить, кто. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Тайный твой поклонник тебе дал. Кто бы то ни был, спасибо. Да не за что. Ты бывай. Да. Неважно, умер бы я или выжил. Вот это, по-моему, перед тем, как ливать там пару стаков миликовских банок спер. Пока права были. Я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Неподходящая цель. Я не могу открывать эту во имя короля меча.
Гера, давайте. Да, кстати, не забывайте. Блядь, я забыл прожить. Да. Это что за нахуй? Нихуя ты уже нарвался. Тебе что, истерию дали? Блядь, я тогда там не поставил. Так тут только хилы могут говорить, потому что РДшники тут кнопочки часто нажимают. Да нет, кажется, уже пиздарики. Я в них придумал. А нет, все-таки придумал. Сука, у меня уже руки потные, блядь. Так, масса где-то далеко. Сука, он не об... Смотри на этот рекан, побираю, блядь. Весь фриз войска, давай. Да сука, не может быть. Да. Да. На, сколько я тебя вогнал? Да, я вообще-то натупил, да. Так что капец. Тимнадцать качество маловато, до этого я давал 18500. Что-то бой был долгий. Еще попадали. А, вот на тебе лут. Подай этот лут уже, а потом я буду распределять сам. Последний уже. Я думаю, тебе не лень. А какой у нас общий ДПС? 338. Охуеть. Это значит, мы профа можем переводить. Не будем стопать. Да, хорошо ретрики дали. Ну-ка, дайте там вообще, блин, ДПС. Да, а ретрики хорошо дали, даже больше, чем Джерил на X5 фуловым ретриком. Народ, а можно не линковать ДПС во время ролла, а? Пожалуйста. Да там по ЕПГП. Мы ж не по роллу отдаём. А что там? Макс, куку, Вася. Ну да, как у Васи выше. Пу-пу-пу. Давай потом, Вадь, сюда к нам. Сай решила. А, ты уже здесь. Давай, веди к нам Вальку. А белые атаки вскользь, это что, мастерства не хватает или что? Нет, это всегда такое. Не-не-не, его никак не убрать, сколько ему скользящий. Глэнсинг. Это же глэнсинг, который, это крита не хватает. Это удар, который прошелся как бы вскользь по этот, латам, грубо говоря. Это не до крита. 24%. 24%. По боссам. А что если меткость фу? Без разницы. Он всегда будет, да? Вскользь. Да, да. Крит получается еще 76 предел. Ну да. Раньше крит у нас вытеснял эти глайсинги. Сейчас нет.
на рогу 237 или 238 меткость, по-моему. Ну там есть 5 таланта. А что, сегодня Олега вообще везде не будет? Будем только Мэри здесь играть. Ну да. Так. Уже и в группу успели линкануть. Йоп. Макс, ты на пул подаешь? Кому-то из тебя давал бар. Основной рад, что-то ты вообще какой-то. Там 21 дал, да? Ну так, да. Верно, у меня пулпер 21500 без ничего. В Риде самогонку никто не гонит. Я тут нужна консультация там по поводу пропорций. Не, жалко. Пропорции чего? Ну, ячменя. Не, ну, пропорции кукурузы, там, ржи, такое. Так ты видишь, что ты там это есть квест. Это самогон. Слышишь, Ваня, там квест есть этот. На каком-то, на артскеллиге, короче, варить этот. Для алхимика, короче, самогон. Да нет, это не то. Там же без разницы сколько. Ну, пропорции какие. А ты положи все по одной части, нормально. Да не, ну там крепость была, что тоже надо часть того, часть того, а вот какие части, хрен его знает, не, там обычно. Зависит от того, сколько ты раз перегонять будешь. Не, ну это да, ну начально тоже крепость идет. Просто обычно гнал с этого сварения. Сейчас думаю, сечь меня попробовать. Че нормально выходит? С абрикосы хорошие. Да не, у нас что-то в том году абрикоса не было. Получается, снег выпал, когда она цвела, и все. Ой, знаете, поддос. Меня с небес пало. Блять, как вы любите самогонку на китовых орешках? Меня прям блевать тянет. Вот именно на китовых орешках. Это вообще мрак. В ленточку. Сейчас отдам. Бля, потом. Добьем его.
ловушки по касательности. Так, блять, на меня главное. Так, давайте ленточку. Тут. Да ёб твою мать! Я опять убил, поднимите меня. Леон, ты зайдешь? Стаю. Стаю уберите. Двух стаю офните там, пожалуйста. Так. Блять, почему у меня и по ГП открывается? Давайте, пацаны, чтобы я не кричал. Нема! Ты забирай своего подопечного. Сейчас заберу. Я хотел спросить, когда будут бафать кулак в рейде на котов? Кто бафает кулак? Если я спасу Лейка. Извини, пожалуйста, я спрошу. Я, например, бафала кулак, а потом смотрела, ну, показывала у нас в сухе, что у всех он был. Да бафала на кота кулак. Да бафала на всех. В общем, на рейндж идет Хилика, Кьюдесница, Лиссандра, Леон, Шанан, Нах, Хаба и Хопка. И девятый попал. На боссе он у тебя точно был кулак. Дайте пока. Что-то я затыкал совы под боссом, да? Нет, совы не под боссом. Они под боссом стоят. В общем, первая пати идет вся на рейндж. Нах, Хаба и Хопка. Курил. Все, давайте чек на бафы на готовность. А он природа бьет? Это лужа. Да, да, да. Тогда да. Я зайду еще в центр поставлю. Я а, Лизуни. Да я сам Анна. Тогда я на хосту поставлю. Все, погнали. Блин, босс. Служа, выбегаем. Меня сейчас Шанан нахилит, потому что я бегаю. Хант, выбегай. И, пожалуйста, делитесь своим местом. Хилите сейчас нах. Ну где бабл? Может на КД был. Да уже не может быть. Лови большого. Служа, выбегаем. Контакт хильте сейчас. Убегайте от лужи. Хильте сейчас шипешку. Оп, хильте. Вместе с хиликой. А у кота есть с берсой стакается? Да, убегайте. Хильте Шанана.
Выбегайте там служи. Леона хильте, он блюет лужи. И бинкуйся, маг. Большими резами. Забирай, пал. Кильте хабу. Ивент, а ты на рейнже стоишь, нет? Лок, иди на рейндж. Лок, иди на рейндж. У нас хант отвалился. И сюда я сам. А, сейчас взрыв будет. Ну добивайте босса. Он не успеет, я думаю, кастануть. Чего ты говорил, чуть не покурил? Ты на рейндже стоял? Нет, нет, я не занимаюсь. Я да. под конец выбежал, когда минус 2 было на рейндже. Я вроде слышал, что слово на рейндже. Да нет, вроде он сказал, что первая пати и еще несколько. Сейчас не было огурец, потому что я на кота кинул ее. Так, Шей, надо кому новов? Ой, на мейн. А новов? На. Че, давай покурим на расставке. Я даю на распыл. Это вообще другой шмот, там же всякая шляпа. Это надо кому? Я всякую шляпу отдаю ДЦ, ой, холику. Я его еще в таргет выбрал, истерия на нем показывалась, так что было на сурке истерия на варе. Сейчас я тебе дам весь этот шмот. Так, ну что, если можно на энха? Так, если не нужно, это... Ну, можешь отдать ему без КП. Все, никому не надо. Дайте пока фулл баф и пахшу. Две споры к шаманам, одну мелизон. Так там может проб какой критовый был. Каску, лапу и кулак можно по хантам? Бахайте. Полняйте ману, поставьте стол на маги. Или харчик поставьте, он сзади рыба стоит за шкафом. Штырдели еще возьмите. Ой, ой, я надеюсь, вы уже все поели. Поставь метки на шаманов, чтобы видели. Я вам на всякий случай еще дам ассистов, мало ли метки спадут. Можете сами на себе метки даже поставить. Баринька. О, все, погнали. Двигайте к шаману. Гандон, да? Он сейчас пойдет перемешек на друида. Бегайтесь к шаману. К звезде сейчас бегите. Он звезда. Да. Жгут, да, кап? На войд. Спасибо.
WhatsApp вылетел, так что вы там пильте. Пильте, Войда, сейчас мне визитку отдам. Слышно меня, Варка? Да, да. Я говорил, что я завис. Если что, дефобилки, сакры, я скажу, когда давать. Ну, я, короче, винда решил обновиться без перезагрузки. А, бывает. Сет ли теперь сильный хил? Двигайтесь со стороны. Ревностный был. Это чё ты выбежал, Слава? Чё ты в сторону убежал? На тебе, кстати, да, было чуть мало, ладно. Кто был? Парочник, без пары, точнее. Так там прожимайтесь. Сейчас прожимайтесь, прожимайтесь, те, кто вообще не брали стак. И Сахару давай паладин. Дима, да. Ну вот, никто не сдох. Так по двумя паладинам должны стихать. Не, ну может мало ли кого вообще не было. Они не упадут. Ну да. Когда я в рейде, они всегда не падают. А если падают, то я не врываюсь. Но мне еще надо и колье. Мне не только тапки нужны. Так, давайте сверним все. А квест можете сейчас расшарить или нет? Не. Пусть там кто-то сбегает один. Ну да, мне надо смирить. Надо взять, наверное. Это мне там неудача была. Возьми, а я сдам как раз потом. Ага. Только не подходите у кого-то спора, если то он сразу сдастся. Чилим не сдавай. Это надо кому бесплатно? На шаманчику можно покупать? Да, можно, сейчас я тебе дам. Так, кисть ТДДшная за фул надо кому? Это ли? Так, это сколько? 50%? Все взял. Поезд надо к тому? Даю. Пару минут. Угу. Это, короче, вопрос, пока трэш бьем. Войд, ты здесь? Войд. А, слышишь, Варенька, если ты не отошел, отдай фрисбладу. Он хочет поезд потестить. Сейчас. Здесь? Блять, есть еще повара? Варка. Ну я помню, что ты хочешь узнать. Я знаю, как готовить на свой. Да, я тоже могу просто пожарить. А нет, хуйня. Короче, это, скажите мне, что, рожки варю, и хочу их в это, знаете, таком, типа, сметанном или в каком-то таком белом соусе. КВ, где сдавать? Че? КВС потом сдадите. Okay. Вот, узнать хочу, когда молоко заливать, там, чё, кого, как правильно. Он пока покажет, если что.
Не знаю, слава Дарт вряд ли поможет ему больше по части драников. Сейчас они выйдут с ровка. И будем, если что, зергать столбов. Сразу переведем по-быстрому. Если у нас хватит хилы, вы, если что, не сбегаете. Далеки стоять и хилить. Ладно, жрать хватит. У меня беда, пиздец. Я, короче, месяц назад, получается, грубо говоря, предположим, 1 числа приехал из деревни и захватил с собой, короче, самогоночки 0,5. Думаю, о, заебись, там с друзьями встречусь, посидим, попьем. И, сука, 2 числа я бросил пить и курить. Вот назло, блядь. Теперь самогонка стоит, блядь, в холодильнике, лежит без дела. Куда ее деть, не знаю. Хоть в детский дом отрывать. Че, вот здесь. Давайте чек на баф на готовность. Вот, кидай кому-нибудь истерию. Дизоне тоже кидай кому-нибудь 30. ДДшнику можешь ханту кидать. Чтоб мы его точно перевели. Будем его переводить сейчас. Так, бомбочка. Но... Что ты говоришь сейчас истерии? Кидай какому-нибудь мимилику истерию с пула. Мы его сейчас переводить будем. Да? Сейчас мы его перейдем. А, вы типа переводите с пула, да, сейчас? Да. Ну, нужно, чтобы протопал выпил, ну, то есть не пылили боссы, чтобы... Я знаю. Да я помню, у нас бомбочки пока нет, я поэтому не сказал. Не, я рейду просто повторяю. А, ну ладно. Ай, бомбочка, Джерил, где ты шляешься? Да блудит он в этот, в рюмочный. Димон, хватит уже. Джерил, давай иди сюда. Еще один чек. Сейчас я ему напишу. А, он здесь уже. Отец, что тебе не хватает? Или ты готов? Босса, если что, не пуляйте. Мелики может стать под босса, но не ударьте его, пожалуйста. И за своим петом сейчас следите. Давай пей куклу и дрейда хватайте ее. А, паладин, а ты, пожалуйста, в угол встань. Ты наказан. Буйный рост еще кидайте, Светли. Омоложение, буйный рост, вот там два друида, так что кидайте. А второй кто? А, у нас один друид, извиняюсь. Один. Ну, один кидай. Ну, буйный рост еще кидай. Буйный рост кидай еще ему. Омоложение вот ты кинул, а буйный рост еще кидай на него. Во! Во, да. И обновляй. И еще кидай. И отойдите от него подальше. И милики станьте под босса, только не ударьте его, чтобы сразу могли бить. Ну, я думаю, уже достаточно, да. Пуляйте. Давайте постранно. Пейте все, что у вас есть. От лужи чисто выбегите. Но поставь на там босс. Я что поставить? Природу защиту. А, васап не поставил, просто он тогда ставил. Ладно, сейчас поставлю. Вот давайте его переведем, я поставлю. Все, перевели, давайте под босса. Хилы выйти, что под босса не становитесь. Я поставил тотем. Готовьтесь бить метки. Сейчас он берет цель. То бьем. Бьем свои цели. Сбегайте с копки. Мас стоит с красным. И красного, пожалуйста, подальше в воде. Сбегайтесь ко мне. Гимна ману хоп. Ой, на хп спой, хопка. Если мне на красного, пожалуйста, боб киньте. Боб. Куда ты убегаешь так далеко, Александр? Добивайте красного сейчас. 100 тысяч. Все, бейте босса, сейчас пельмени не ловите, пожалуйста. Ивент, можешь уже залить фасаду ману. Потом не заливал от колбы. Молодцы, милики, словили.
Красный вылазит, РДшники готовимся, пельмени не ловим. Бейте красного. Паренька есть, и себя. Колбы 5 секунд, смелить отбирать, не пельмени не ловить. Пей там лужу. Давай, выпивай. РДД здесь достаньте. Бейте зеленого и давайте со мной звезду. Бейте зеленого. Сбегайтесь ко мне. Я не понимаю, почему вы там стоите. Захиливайте. Добивайте зеленого. Колбы милики не ловите, потом 2 секунды колбы пельмени. РДшники переключаются с красного. Куда стопаешь? Сейчас. Тоже стопайте, пельмени не ловите. Милики не бейте, сейчас бейте красного. Потом переведем босс. Пилы опять же напоминаю, не сбегайтесь. Добивайте его. Не уходи далеко так. Все. Давайте переводим босса. Пельмени сейчас не ловите. Все. Давайте под босса. Сейчас как выберет цель, даешь Гера. Все, давай. Сбегайтесь к шаману. Добивайтесь красного. Давайте, давайте. Далеко так не уводи его. Все, бейте босса, сейчас пельмени будут. Пельмени не ловите. Пельмени. Как думаете, успеем? Я думаю, что да. Давайте добивать уже его. Проляму. Все, идите на совет. Из фриз это самое, потанчи, пару минут отойду на трэше. Плюс они там. Пекнюсь пока. Кто-то еще там спекнитесь по нему. Токен. Надо кому героический токен за фу. Дробяшку, если можно, без ролла. Взял правда. Сейчас. Это Кукуася, да? Да. Ну, забирай. А, ну это фигня, в принципе. Могу на дисов. Ну, давай варенька тогда. Хорошо, вареньки там. Обычные токены надо кому? А это токи надо кому? Да-да-да, если можно. А. Все, я отдаю холору тот токен. И это сейчас дрейф. Ой, дрейф трогайте, тоже дам. Кому там что-то отдать, кто говорил? А он тебе последнее желание отдаст. Стой.
Ханты, выключите стаи, вы заебали. Сколько мы еще примерно лечем у нас по времени? Не знаю. Я знаю. Это получается, если без вайпов, то получаем 3к, да? Если умножать на 2, то 6к. Все правильно. 3500 же вроде без вайпов было. А, ну вот. Тогда получается 7к получим. Ты не уходил. Не, ну мы, наверное, все-таки вайпим всякие. Я думаю, что нет. Я еще запал зайду на всякий случай вместо Элема. Тут был еще один стан. Я даже стан прокачаю для этого, чтобы не вайпнулись. Все ради рейда. Так, давайте шипешки вам буду кое-что показывать. Идите. Попка, твоя звезда. Акову свою будешь кидать. А, Варенька, если ты здесь, пытайся дать ромбику. Хилика. Кидай уже полумесяц. Давай кастуй, я еще подойду корню дам, чтобы вы смогли кастовать. Вот, вы должны успеть кинуть. Не бейте пока их. Вот, одного бейте. Вот, видите как. И будем по одному вытягивать. Только хилика упала. Добивайте этого тактика. Пьем. Можете следующего ловить. Можете еще одного взять. Ловите, бейте большого. Так, килика. Звезду, паренька, кружочек, копка, давай квадратик. Можете уже кастовать. Хуяк. Бейте большого. Сколько за РС-ку 25 гера дают и за ИВК? ИВК, по-моему, 1000, если не ошибаюсь. РС-ка. Там вверху таблица начисления ПГП, канал зайди и можешь глянуть. Да, ну пацан, ну ответьте мне, так впадло сворачивать игру. Можете их повертить. Сейчас еще шло меня из дворов.
танки ловить. Пиздец, что совет будет. Тут поднимите. Вайт, будешь на двоих? Ну хорошо, а туда на себя истерии повесишь. Ну, чтоб тебя точно не сорвали. Ну можешь не вешать, как тебе угодно. Поднимайте именно-то. Я фулбах ищу.